Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу вам предложить три самых вкусных способа приготовить полезный батат, сладкий картофель. Итак, первый способ – это запеченный батат. Возьмем 2-3 штучки сладкого картофеля, помоем, очистим его от кожуры и нарежем брусочками. Посолить, добавить ваши любимые специи, можно хмели-сунели, можно паприка. Также добавим немного растительного масла или можно оливкового. И все хорошо перемешиваем руками. Теперь выкладываем картофель на противень и будем запекать в духовке. Я ставлю температуру на 220 градусов. Если у вас духовка сильно печет, то уменьшайте до 200 на 30 минут. Второй способ – это оладьи из батата. Берем 2 штучки сладкого картофеля, натираем на крупной терке. Добавляем 1 яйцо, не забываем посолить, добавить специи. 3 столовые ложки муки и все хорошо перемешиваем. Жарим оладьи на разогретом растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. Итак, третий способ, самый простой и ленивый, но не менее вкусный. Хорошо моем щеточкой батат, кожуру счищать не нужно. И ставим микроволновку на 12-14 минут. Смотрите, какая красота получилась. Сверху кладем кусочки сливочного масла. А вот такие три легких, вкусных способа приготовить сладкий картофель. Всем приятного аппетита!